Сам же День молодежи завтра, 27 июня, в Краснодаре отметят, как и полагается, с юношеской легкостью и задором. Эпицентром праздника станет площадь перед кинотеатром «Аврора». Здесь юных краснодарцев ждет все, что модно и популярно. От интерактивов до розыгрышей. Для спортсменов турниковые комплексы, для творческих личностей телестудии, танцевальные мастер-классы. Для будущих политиков дебаты и молодежный парламент, для любителей природы туристический привал. А еще авиамоделирование, историческая реконструкция, настольные игры и масса позитива. Аккомпанементом станут выступления финалистов и победителей фестиваля «Студенческая весна-2017». Ближе к вечеру гостей и участников праздника ждет грандиозный концерт, а красочный фейерверк завершит гуляние в 22 часа. Поучаствовать в таком детстве стоит каждому, тем более, что краснодарцы в любом возрасте молоды душой.